Эту прекрасную собачку, Чернушечка мы ее назвали, привязали к воротам приюта. Заметьте, не бросили, а просто привязали на веревке. Начались сразу жалобы, звонки с администрации, от работников ветлечебницы. Заберите собаку. Вопрос задаем. Ну, если нас требуют не принимать животных, да, то куда нам, по сути дела, надо было эту собачку везти? В администрацию? Зачем? Им она тоже не нужна. Куда? Видно, что она домашняя, бывшая домашняя собачка. Она не знает, что такое улица. Она даже сейчас здесь ведет себя так, что, ну, действительно, она была у кого-то даже, скорее всего, в квартире. Потому что псинкой от нее не пахнет. Вот. И она, видно, что такая была, ну, как бы ухоженная. Вот, пожалуйста, результаты. Конечно, сейчас мы ее будем пристраивать, предлагать. Но предварительно ее надо... Мы даже не знаем, стерилизована она или нет. Это очень, конечно, плохо. Но, скорее всего, наверное, нет. Да, моя девочка. Вот, присмотритесь, посмотрите. Может быть, кто-то найдет себе друга. Мы будем рады новым хозяевам. И с большим удовольствием ее отдадим в добрые руки.